Жим ногами, широкая постановка ног. На усилие делайте выдох, то есть когда жмете ногами. Возле сиденья есть рукоятка, которая убирает нагрузку с платформы. Когда находитесь в нижней точке, нажимайте на ручку и выжимайте ногами. Установите ноги так, чтобы носки смотрели в разные стороны и коленки уходили также в разные стороны. Давить пятками. Занимайтесь спортом, ешьте витамины, питайтесь правильно. Спортивным быть легко. С вами был Загатов Владимир. До новых встреч. Пока.